Антон Попов, главный тренер Эгриси после победы над DraftMe. Антон, забили быстро после перерыва и не сказать, что прижали к своим воротам, но регулярно допускали моменты у своих ворот. И я думаю, что согласишься, по второму тайму Драфт хотя бы на один гол наиграл. Почему так много позволяли в обороне? Ну, равно абсолютная была игра на самом деле, да, где-то нам чуть, наверное, сегодня повезло, может, за другие матчи где-то там не склонилось в нашу сторону, сейчас склонилось в нашу сторону. Видно, как три ничьи за победу считается, решили сейчас за одну игру три очка набрать. А так, по моментам, да, согласен, абсолютно, они хорошо выбегали в быстрой атаке, потому что ребята индивидуально сильные, быстрые, молодые, мощные. И нам доставляло это неудобство. Плюс мы несколько моментов сами привезли за счет того, что розыгрыш мяча, где-то любой брак, да, сразу же оказывался так, не смертелен, слава богу, для нас, но так тревожен для нас. До этого не получалось выиграть три игры подряд. В чем-то добавили сегодня, что позволило в итоге три очка набрать? Помимо везения, о котором ты говоришь. Не, ну играли собрано, сконцентрировано, прям реально было. И на последних минутах тоже это сказывалось. Где, ну, понятное дело, что соперник уже прижимает прям максимально на штрафную, но при этом и мы хотели третий забить, не получалось, да, выбегать в атаке и доводить их чуть-чуть до ума. И плюс сзади такая игра была жесткая, там, до крови, ну, видите, Кравченко, кровь, ну, и так, как стыков было много. Поэтому молодцы, что вот именно выдержали этот удар такой мощный, жесткий футбол мужской. И поэтому я считаю, вот в этом мы как раз сегодня выдержали не отрезок, а целый матч. Спасибо большое. Антон Попов, главный тренер Эгриси после победы над DraftMe.